Изобретатель сингапурского робота Вон Чун Юэ поднимает левую руку и проводит пальцем мимо сенсора, а его робот Эдгар с точностью повторяет движение. На протяжении последних 6 лет он и его супруга Панг Ви занимаются разработкой робота Эдгар. Они заявили, что их проект является следующим шагом в области коммуникаций. К примеру, если ваш ребенок находится за границей и скучает по вашим кулинарным шедеврам, вы сможете подключиться к роботу и дать ему команду приготовить любимый куриный рис по-китайски, сказал Вонг. Другой автономный робот, Эдгар 2, который также построен в форме гуманоида, может не только отвечать на вопросы, но и поддерживать длительные беседы.